с женой, как вот с ней быть, если я прав, а она опять, и опять это грязь, и опять с утра телевизор, и идти туда не хочется. Думаешь так, если я исполню заповедь, то есть буду к ней притесняться, как-то прилепляться, что будет? Есть уже опыт. Через себя иду, делаю шаг туда, смотрю, почему же вечер такой хороший? Потому что Господь на исполнение заповеди дал свою силу мне. И так всегда. Стараемся исполнить заповедь, дается благодать. И больше, не меньше. Вот как. И лежишь, и прям весь думаешь, что такое? Да пошел и ей бутылку кефира купил. А не то, в пост она опять молоко пьет. В моем доме. Вот это все.